Анонс и точность до выхода нового 4-серийного сериала «Квартирка». Премьера сериала состоится 28 октября на «Россия-1». Привлекательная молодая женщина по имени Оля счастлива в браке со своим возлюбленным Игорем. И давно женатой супружеской пары есть взрослая дочь, которую зовут Мария. Семья живет в небольшой, но уютной квартире в Москве. Казалось бы, ну что может помешать их благополучию? Но хрупкое счастье домохозяйки начинает разрушаться, когда Игорь увлекся симпатичной Машиной подругой по имени Ксения. Узнав о неожиданной и дерзкой интрижке, Ольга не стала церемониться, выгнала неверного мужа из дома и некоторое время спустя решила развестись. Прощать предательство и давать второй шанс главная героиня не намерена. Игорь переехал в квартиру к своей молодой любовнице и ее экстравагантной матери Ире, которая является ровесницей мужчины, но отношения с Ксюшей в результате оказались не такими приятными, как представлял себе ухажер. Он вынужден возвращаться обратно к супруге. Ситуацию до предела накаляет то, что Мария полюбила Кирилла, харизматичного молодого человека из другого города. Оле не хватило духа прогнать незваного гостя. Все-таки отец ее дочери. Главная героиня и Игорь поняли, что лучший выход из положения – как можно скорее найти себе спутников, у которых есть жилплощадь. Премьера сериала состоится 28 октября на «Россия-1». Если вам нравятся сериалы и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.